Игорь, с дебютом тебя, как бы сам его охарактеризовал? Ну, дебют, я думаю, оценки рано ставить, но, в принципе, нормально, тем более, что если учесть, что мы играли под нагрузками. Два дня были двухразовые тренировки, и только перед игрой вчера у нас была одна тренировка, и то такая, тоже нелегкая, так сказать. В принципе, нормально. Ребята, видно, что ищут передачами, и, в принципе, вообще «Локомотив» мне по стилю моему игры подходит команда, то есть много фланговых передач, мне только надо получше ребят узнать и взаимопонимание больше, я думаю, все будет хорошо. Как именно адаптация в команде с точки зрения общения какого-то? Ну, адаптация сразу прошла хорошо, я как будто давно уже здесь приехал, и обслуживающий персонал, и повара на базе, все очень доброжелательно ко мне относятся, поэтому я очень счастлив и, в принципе, сразу адаптировался. Цель на ближайший матч со «Спартаком» уже в основе рвешься выйти? В основе мне выходить или нет, это тренер решать. Со своей стороны могу сказать, сколько выпустят, я буду полностью отдаваться на 100% без остатка.